Ну что, возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть, как говорят, поодиночке. Еще Господь на нас не ставил точку. Мы ветераны бокса, мы одна семья. Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно. Струна осколком эхо пронзит тугую высь. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мы боксом занялись не для бравады. Мы бокс любили, вот причина. Перчатки были нам наградой, признанием, что мы мужчины. Добрый вечер, уважаемые друзья. Я сегодня не буду называть вас дамами и господами. Сегодня мы друзья. И сегодня в этом небольшом уютном зале собрались не случайные люди, не просто какие-то знакомые, а в этом зале собрались друзья детства. Люди, которые занимались одним спортом, боксом. Большинство людей, которые работали на одной шахте, шахте имени Калинина. И мы сегодня в своем районе. И сегодня, уважаемые друзья, непростой день, потому что к нам в гости, а в принципе не в гости, а к нам, а к себе домой, пришла хозяйка этого района. Курносова Татьяна Анатольевна. Сегодня у нас в гостях наш любимый директор шахты, который дал нам такой толчок в жизнь. Сегодня мы будем не просто общаться, а будем вспоминать. И будем говорить друг другу комплименты, как говорил великий Акуджава. Потому что мы достойны того. Мы донбассовцы, дончане. А самое главное, мы калининцы! Аплодисменты! Дорогие друзья, мне хотелось бы, во-первых, поблагодарить всех присутствующих за тот тяжелый труд, который вы привносили на шахте имени Калинина и своим трудом достигал этот коллектив успехов не только в городе Донецке, а и во всем Советском Союзе. Первое, это вы шахтеры, и спасибо вам за ваш ратный, тяжелый шахтерский труд. У нас было очень много всяких секций, как вы знаете, и штанга с Варбировичем, и теннис с Муртычаном, и довольно большие успехи были в этом направлении. И волейболисты наши занимали первые места в области, и футбол, и благодаря вот неспокойным людям, как Владимир Карлович, как Михаил Семенович, как Анатолий Дмитриевич, как Александр Федорович. Существует сегодня этот вид спорта, и я думаю, будет он и долго-долго жить. И вместе с ним ваш клуб. Спасибо вам всем большое. Уважаемые друзья, и я хочу начать наши поздравления, наше общение
С днем рождения Виктора Григорьевича. Ему 29 сентября было 77 лет. Аплодисменты. И для вас песня, которую я очень люблю и спою для вас ее не горлом, а сердцем. Называется она «Такие сердца у шахтеров». Когда мы идем после смены степною дорогой пыля, дороже еще и милее нам кажется эта земля. Мы долго любуемся солнцем, глаза прикрывая рукой. Такие сердца у шахтеров, шахтерский характер такой. Такие сердца у шахтеров, шахтерский характер такой. Когда от грозы потемнели заветные воды Донца, мы правду свою защищая умели стоять до конца. Мы били врагов ненавистных, преграду прижавшись рукой. Такие сердца у шахтеров, шахтерский характер такой. Такие сердца у шахтеров, шахтерский характер такой. Горняцкие лампы не гаснут, мы путь свой находим во мгле. Шахтеры живут под землею, чтоб было светло на земле. И уголь течет из забоя тяжелою черной рекой. Такие сердца у шахтеров, шахтерский характер такой. Такие сердца у шахтеров, шахтерский характер такой. Не бывает смерти, не бывает. Просто чья-то нежная душа вдруг внезапно в небо улетает, даже если жизнь здесь хороша. Давайте мы помянем тех, кто ушел из жизни, кто занимался с нами боксом. Вместе, вместе, не один год.
Все качества дарованы от Бога, и трус не может мужественным быть. Ведь у боксера трудная дорога. Чтобы быть сильнейшим, надо победить. Дело в том, что нам в этом году на нашей встрече у нас вообще-то 4 юбилейника по 55 лет. Это ж надо такому. Миша Деминенко. Цыган боксер, это только в Донецке может быть. Мишка. Скромные подарки, маленькие футболки, песни, а самое главное, наша душа и хорошее настроение. У нас очень 55 лет Витя Башковой. 32 года проработал на шахте Калинина. Насколько я помню, его от уборщицы до директора шахты все знали. Витя, основатель вот нашего вот этого клуба. Он организатор, а я рядом с ним. Ну, поздравим, Витя. Аплодисменты, Витечка. О! Боксерская перчатка, Витя. Аплодисменты. Казалось бы, 35 лет на шахте. Мастер спорта по боксу. Небольшого роста мужичок. Сколько детей, Витя, у тебя? 4. Четверо детей. Давайте поаплодируем. Это не просто. Это действительно, это уже подвиг, мужики, в наше время. Поднять, вырастить, родить, это очень важно. И я считаю, побольше было бы таких гномов бы. И наша Украина была бы необъятной. Thank you.
Давно такого позора мы не видели. Аплодисменты Витя Башкову. Леша Гуницкий. Леша, это всю жизнь на шахте. 2 года в Афгане. 2 года в Афгане. 1.5, он говорит. Ну, 1.5 где-то в учебке. Но вы знаете, что такое Афган? Тогда это было круто. Сейчас что-то его забывает, да? Вот 55. Гуницкий по-английски. А здесь наш ветераны бокса шахты Калинина. Пока всех не оденем, не успокоимся. Хочу спеть песню, которую написал давно-давно. Называется она «Афганистан». Аплодисменты Лехе и всем афганцам. Паренек с глазами старца на толпу с тоской глядит. Не понять, о чем он грезит, что в душе своей таит. Он в толпе кого-то ищет, пальцы сжаты в кулаки. Где же вы, мои афганцы, боевые мужики? Афганистан, Афганистан, стучит в виски, как барабан, а сзади слышен жуткий крик. Назад нельзя, вперед, старик! Афганистан, Афганистан, вперед, пацан, стреляй, пацан! Печет в груди, в глазах туман. Скажи, за что, Афган? Вспомнил 345-й, вспомнил друга старшину, зной Кабула, пыль Герата, эту страшную войну. Нет Володи, нету Сашки, а вокруг шумит толпа. Сердце пуля рвет на плашки, будь ты проклята, война. Афганистан, Афганистан, стучит в виски, как барабан, а сзади слышен жуткий крик. Назад нельзя, вперед, старик! Афганистан, Афганистан, вперед, пацан, стреляй, пацан! Печет в груди, в глазах туман. Скажи, за что, Афган? Афганистан! Женщин понять, даже женщинам сложно. Что ж говорить про мужчин? Если понять их, порой невозможно. Можно ведь просто любить. Примером для нас являются женщины. Без них нам, мужики, не добиться никаких успехов. Потому что победы боксеры посвящают кому? Своим любимым женщинам. Да-да. Белая черемуха душистая щедро зацвела в моем краю. Только не могу никак решиться я, не могу раскрыть любовь свою. Да что ты? Я иду тропинкою извилистой, и встают деревья на пути. Птицы о тебе поют залив.
живем уже свет. Это весны веселый привет. Пусть везет тому, кто верит и ждет. Сердцу всегда любовь дорогу найдет. Белый цвет, черемухи свет. Это весны веселый привет. Повеселее аплодисменты! Наши девчата самые красивые, особенно в Калининском районе. Сверху лепестки летят и вьюжатся, их тебе попробуй догони. На ветру они танцуют, кружатся, не даются в руки мне. Черемухи свет, это весны веселый привет. Пусть несет тому, кто верит и ждет. К сердцу всегда любовь дорогу найдет. Белый цвет, черемухи свет, это весны веселый привет. Пусть несет тому, кто верит и ждет. К сердцу всегда любовь дорогу. Спасибо!
Сегодня Гена стал еще сильнее. Так счастлив будь на этом вираже. Тебя мы поздравляем с днем рождения. Желаем счастья, Геночка Боже. Из них 5 лет он занимался боксом. Секции бокса «Шахты Калина». Тогда была секция бокса. Это сейчас Митя Шиловский сделал школу бокса. Геночка, в честь 53-летия Пощевский Юрий Георгиевич дарит тебе вот этого казака. Ты же полковник казачий, а он генерал. Да, да. Уважаемые друзья, вот подарили мне казака. Это такая... Такой символ Украины. Вот, перчатки всегда боевые. А я вот и правда являюсь казаком по роду. И хочу вот один куплетик казачьей песни спеть. Знаете почему? Потому что человек, который не имеет духа, он не может ничего добиться. Он не может стать судьей, например. Судьей. Судьей. Слушай. Судья. Говорю, слушай, да. Если у человека нету духа, нет духа, отсутствует дух. Он не сможет ни одной вершины добиться. Вот. А чем отличается казак от казака? Знаете чем? Духом. Боксер разве может выдержать 15 раундов, да, выстоять, если у него нет духа? Нет духа, нет жизни, ибо дух есть жизнь. Не для меня весна придет, не для меня дон разольется, ее сердце жалобно забьется. С восторгом чувств не для меня, ой, сердце жалобно забьется. С восторгом чувств не для меня, не для меня церковный звон, родня в станице соберется, вино, ой, по чарочкам польется, день Пасхи, брат, не для меня, вино, ой, по чарочкам польется, день Пасхи, брат, не для меня. Люба! Люба! Донецк – это уголь, Донецк – это сталь, Донецк – это люди, смотрящие вдаль. И сегодня, вот на этом прекрасном мероприятии, я хотела бы сказать огромное спасибо, прежде всего, устроителям этого мероприятия и поблагодарить за ваш прекрасный труд. Я уже сегодня сказала в коротком интервью, за то, что вы детям даете светлую дорогу, за то, что вы не допускаете, чтобы они у нас по подъездам бегали, по улицам занимались непотребством, а чтобы они стали настоящими мужчинами, опорой и стране, и прежде всего своей семье, и нашему спорту. Спасибо вам за это. Всего вам самого доброго. Все, что от нас зависит, мы, конечно же, всегда будем рядом с вами. Спасибо большое. Выдан диплом Курносова Виктору Григорьевичу, ветерану бокса «Шахты» имени Калинина. О, это... Прилетай, почетный ветеран! Виктор Иванович, а это, поймите, это книга о донецких боксерах, в которой очень один раздел посвящается «Шахты Калинина», турниру Харитонова, потом диск Геды Боже «100 песен», спасибо. Геннадия Боже, заслуженного артиста, и нашего боксера, и ветерана бокса «Шахты Калинина». Ну все нашего, понимаете, нашего. Спасибо. Ура! Ура! Поехали! Донец, Донец, любимый город! Богатыри деревни в степи Приазовья стоят, вдаль с угольком эшелоны из родного Донецка летят.
И где б ни бродил, где б я не жил, лучше не знаю я мест. Руку тебе пожимаю, старый трудяга Донецк. Донецк, Донецк, любимый город, для нас всегда красивый молод. Родные шахты, забор крик, люблю, дружище, Донецк старик. Нас манишь аллеями парков, Артема всегда навози. Калиновка, площадь, Смолянка, Донецк — это дети твои. Лучше девчат не найдете, этим друзьям я горжусь. К нам приезжай и увидишь, русский, грузин, белорус. Донецк, Донецк, любимый город, для нас всегда красивый молод. Родные шахты, забора крик, люблю, дружище, Донецк старик. Зовут нас Ростов и Одесса, Донецк уж нельзя изменить. Ведь здесь я рожден, здесь крестил, и здесь мне положено жить. Край голубей и футбол, здесь для таланта простор. Города честь защищает команда «Донецкий Шахтер». Ну! У меня в душе костер, я болею за «Шахтер». Маленький света, как костер, мы болеем за «Шахтер». У меня в душе зато, все болеют за «Шахтер». Все донецкие ребята, за «Шахтер», твои фанаты. Все донецкие ребята, за «Шахтер», твои фанаты. Эй, «Шахтер», давай, давай, гол скорее забивай. Эй, «Шахтер», давай, давай, гол скорее забивай. Мы донщане всей душой, любим наш Донецк родной. Мы донщане всей душой, любим наш Донецк родной. Шахтер, чемпион, Шахтер, чемпион. Донецк, Донецк, любимый город, для нас всегда красивый мор. Родные шахты, собор и крик, люблю, дружище, Донецк старик. Донецк, Донецк, любимый город, для нас всегда красивый молод. Родные шахты, собор и крик, люблю, дружище, Донецк старик. Бокс, спорт сильных и отважных, это скажет вам любой. Что еще отметить важно? Он хоть и рукопашный, но самый настоящий бой. Офицерская честь не менялась от звезд на погонах. Офицерская честь не искала в боях орденов. Кочевала она, замерзая в солдатских вагонах, возвращая живыми домой молодых пацанов. Основная масса служили в советской армии. Кто-то офицерские курсы проходил, кто-то в Афгане, кто-то на границе. Но мы все в основном давали присягу нашей советской родине. За офицером! Тихо, тихо! Господа офицеры, по натянутым нервам и аккордами веры эту песню пою тем, кто бросил карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадил, кто карьер не делал, от солдатских кровей я пою офицерам.
офицеры, матерей пожалевшие, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон звучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах ваших душах, ребят? Что ж мы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Но уходят ребята, растворяясь в закатах, позвала их Россия, как бывало не раз. И опять вы уходите, может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Ведь мы сегодня ветераны. Спортивный был нелегок путь. Были победы, были раны. Была и радость, была грусть. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он
называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует. Вечный покой для седых пирамид. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Пусть этот мир вдаль летит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Счастье дано, повстречать иль беду еще. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется Ах, наша жизнь, как быстро ты летишь. Тебя б хоть раз притормозить на время, и нам бы снова вставить ногу в стремя и крикнуть жизни: не спеши. Ну, спасибо всем, что пришли, вспоминают о нас, пригласили сюда. Виктору Григорьевичу особое спасибо, когда действительно поддержал. Если бы не вы, не было бы уже ни бокса, там ничего, было бы там танцы. У нас, ребята, есть и чемпионы мира, и призеры мира по боксу, чемпионы мира по кикбоксу. Это все благодаря вам. Это все закрылось. Сейчас у нас один из лучших залов в Донецке. Его сейчас перестроили, там сделали здорово. Спасибо вам. Спасибо, ребята, что вы есть. Вспоминаете о нас, стариках. За все большое спасибо. Завтрашнего дня прилетела крыльями звеня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Сколько в небе звездном серебра, завтра будет лучше, чем вчера. Лучше, чем вчера, лучше, чем вчера. Завтра будет лучше, чем вчера. Где-то гитара звенит, надежное сердце любовь сохранит. Сердце любовь сохранит, а птица удачи опять.
завтрашнего дня. Кто-то станет первым, а не я. Кто-то, а не я, кто-то, а не я сложит песню завтрашнего дня. Нет на свете танца без огня. Есть надежда в сердце у меня. Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня. Где-то гитара звенит, надежное сердце любовь сохранит. Сердце
Желаем быть любых невзгод сильнее и никогда нигде не унывать. Вас, калининцев, со встречей поздравляем. Будьте здоровы, так держать. Давай, Галя! Эй! Победили! Эй-я! Эй-я! Ну! В мире, где кружится снег шальной, белая грозка крутой волной, мы по долгу добрую ждем порой мы здесь. Чтобы было легче в трудный час, очень нужно каждому из нас, очень нужно каждому знать, что счастье есть. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно закроет дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье по тебе другим. И оно обязательно вернется. Все вместе. В мире, где ветров покоя нет, где бывает облачный рассвет, где в дороге дальней нам часто снится дом. Нужно и грозу, и снегопад, чтобы чей-то очень добрый взгляд, чей-то очень добрый взгляд согревал теплом. Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам, пусть оно заходит в дом. Мы желаем счастья вам, и оно должно быть таким, когда ты счастлив сам, счастье подели с другим. Эй! Оп! Ребята, всех именинника с днем рождения! Всех, кто пришел, счастья вам, здоровья, всего самого наилучшего! Молодцы! Все вместе! Мы желаем счастья вам, счастья в этом мире большом, как солнце по утрам.